Меня очень как-то в последнее время беспокоит вот эта вот политика каких-то двойных стандартов, лицемерие, вот это вот. Перформанс под открытым небом. Символ того, что мы победим. Все это не ради эпатажа. Это просто мнение. Может быть, как и свойственно художникам с гротеском. Ну, все будет хорошо. Все кончится мирно. Американцы Крым не получат. Мнение и гражданская позиция. Мы вместе. Крым.